Я уйду. Сучка. Блять, что? Тихий. В смысле, мы ж божили. Мы не божили вообще. Как нет, когда да. Да, видите, какой у него урон, он стреляет после пушил слота. По 1300. Я хз, вы хотите в 3 на 3 поиграть? Нет. Ну вот лишь не хотят. В лол, если только. У меня топ дамаг. А я топ хил, потому что других не было. Ну, между прочим, кстати, я перелечил их Дженнеса. Ну чуть-чуть. Лёха, лол. Да. Сюда. Лол. Лех там пей. Давайте в лэх. Не, ну лэх. Давайте ещё сыграем. Лэх без меня. Пиздец. Но мы с первой пойдем. Давай, иду домой. Я бегу уже, бля. Я не слышу твоего запахавшегося голоса. Не, ну блядь, подожди, мне идти еще. Это правильно. Мне идти еще дохуя, просто. А, вот сейчас тоже охуенно было. Короче, мы сегодня, когда ездили в Барсу, набрали машину у Славы. Это наш. Ну, типа, инвестор. Ну вот. И. Мы типа приехали на ней обратно, потом на другой тачке гоняли в Крону, потому что чуваку по дороге было. Мы заправили ему машину, ну это твою. Отвезли ее домой, в очков, в другой конец Лорет. И пешком оттуда идем. Ну, типа, он мог довезти, ну, я на это. Типа, взяли тачку, вернули и пешком ебашь, чисто часа до дома. Я, короче, у меня шагомер стоит на телефоне. Сегодня я зашла посмотреть, типа, отчет. У меня в месяц в среднем 170 километров пройдено. Как тебе? Хуясь. Да. Бля, я прям сейчас посмотрю, сколько, блядь, Никита с больной ногой ходит. Ну, открыть health. А что не открыть health? Не знаю, мне кажется, у меня километр где-то. У меня с ногой что? Да. Бля, у меня, типа, знаешь, сборная всей хуйни какая-то может быть, она у меня с ногой. Типа, у меня все началось с травмы колена на лыжах в 17 году. Нет, в каком 17-м? Чё я не страна? В 13 году. Вот. Мне было 17 лет, мама. У нас саппорта нет, кстати. Я разъебал, короче, ногу, проходил с разъебанной ногой, короче, года 3. Или даже побольше. Вот. Оказалось, что у меня был разрыв мениска, но я проходил с какой-то застывшей бляхой, там чисто вот как 5-рублевая монетка между суставами. Вот, чувак, не я сделал... качку надо было, у меня такая же херня была. Ну вот, типа, я ничего не сделал, врач говорит, ты как ходишь, ёбан? Я говорю, так, чуть-чуть болит, но он говорит, нахуй, режем. Сделали мне операцию, достали эту хуйню, потом я ходил еще, ну, типа, укалывание.